Как мне доложили сегодня спецслужбы, чтобы вы знали, они уже, колонка это наша пятая, хотят выйти на Октябрьскую площадь и протестовать против того, что мы сдаем незалежность. Видите, они более радеют за незалежность, чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Еще раз заявляю, никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня не идет вообще в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее. Все выстроено. Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра будет у нас президент не Лукашенко, а кто-то другой, ну, я имею в виду сейчас, без выборов, тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились. По-дружески. Я ему говорю, мы не потянем эти вопросы, если мы начнем их обсуждать. И вообще, если уж абсолютно прагматично, но это совсем не время для нас. Нам надо избирать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов? Даже если исходить вот из этого момента.